Мой друг купил тундру. Здесь на кнопочке она, да? Да. А как на кнопочке? А я не знаю, он показывал. Он как-то нажимал тогда, я. Во, а вот он. Там обманка. Но поднимается вручную. А это специально. Это сама ездит, но это надо поднимать только вовнутрь. А это? Сейчас. Она убирается. Она чуть-чуть ленечка. А здесь ты тоже самое открываешь, здесь ступенечка выезжает тоже. О, прикольно. Пожалуйста. Кожаное сиденье, да, Саня? Угу. Специальная кожа, я не знаю какая. Типа кожа. Сейчас же делают заменители всякого рода. А дверь сама не закрывается? Я хочу поставить моторчики, да. Такая тундра. Внутри. Сзади для трех человек сиденье. Бардачок с книжечками, инструкциями. Запах новой машины. Че, как в обычной машине все? Ну, основные функции все как на. Имеется люк, имеется открывание заднего. Открой люк. Да, люк Стас вчера открывал. Вот так. За всю крышу, да? Стасенька вчера. Стасенька вчера открывал. Я еще ничего не делал вообще, только катался. Можно вылезти. Да, можно вылезти. Пленочка такая здесь. Чтобы ветерок, наверное, не дул. Чтобы мухи не залетали. Мухи не залетали, да. Навигатор, да? Навигатор. Заднее стекло открывается то же самое. Сейчас он открывал вчера. Что длинный водить? Вот так. Прикольно. Да, это хорошая функция. Удочки длинные возить. Видишь, Стасенька как-то. А, вот закрылась. Теперь попробуем закрыть здесь. Стас все знает, он молодежь. Теперь. Мотор вообще не слышно, да? Теперь ее надо как-то. Но задняя. Ну да, 360 градусов. Задняя скорость. А рулем поворачиваешь, она тоже поворачивается, вот эта сетка, да? Ну и то, что здесь этот гайбрид стоит, усилитель двигателя, потому что двигатель 3.5, 3.5, и электрический двигатель как-то помогает набирать обороты, экономии как таковой бензина нет. В этом типа гибриде. Да. Это работает как-то с другой функцией. Да. Ну, это вот то, что я знаю, когда надо самому еще изучать. Вот смотри, сейчас даже не могу закрыть эту крышу, как-то не знаю. Ну, я оставь ее. Да, пока оставлю. Главное, что вода не забежит. Потом как-то закрою. Ну, вот и все. Открой капот, Ася. Какие-то штучки включаются, выключаются. Ну, новая она и в Африке новая. Ну да.
вот так работает из-за того, что... У меня тоже 3,5 литра. Но у тебя... Это, ну, здесь турбо. Турбо стоит, это да? Это турбо-двигатель, да. Сейчас на всех... Или... Я не знаю, что это такое, ну ладно. Ну, усиленный двигатель, форсированный, он